Вот я не знаю, видно ли этот объект пошел. Он треугольник, он пошел, пошел, пошел. Сейчас я на него наведу. Вот оно. Вот оно. Вот он пошел. Самое прикольное, что эта штука висит над городом. И вот весь этот ураган ходит вокруг. Вот здесь видно похуже, если пройти в сторону солнца садящегося. И вот они вот так вот описывают зигзаги по периметру города и крутит. Температура вдруг стала плюс 3, вон. С морозов со всех вдруг резко, вон видно, да? Шатаются деревья как. А я еще подумал, думаю, увидит его камера, не увидит, как бы так чуйкой берется, а глазом хуже. А вот проносятся облака просто. Короче, движуха как час пик тут. И вот они маскируются тучами. То есть идет аппарат, прикрыт тучами. А так просто ветер обычный. Здесь видно плохо, тут камера уже не берет его. Излучения нет, она просто берет. Так, картинка. Вот. Это вот на закат. Сейчас от фонаря отойду. Чтоб мне он не мешал, надо с теневой зоны снимать на контрасте. Вот она. Вот она. Небо. Короче. Космос неспокоен, вот, а так хуже видно. Сейчас я не с теневой зоны, так хуже видно. Это вот той стороне солнца село. Вот такие вот дела, короче. Непростые. А при этом, что с той стороны должно темнее быть, там вот видно светло. Тут уже практически тает вода, чавкает по воде. С каких пор? Вот такие вот приколы с энергетикой. Вот сейчас видно хорошо.